Наша компания подготовила 102 жалобы на разные, по разным этапам избирательной кампании. Из них только 18 жалоб было удовлетворено. То есть мы отмечаем о том, что большинство споров, к сожалению, исходя из трактовки белорусского законодательства, вообще закрыты для, к примеру, судебного обжалования. И только возможно по обжалованию в комиссию, и мы еще станем свидетелями того, когда не кандидаты, которые официально проиграли избирательную кампанию, не будут иметь возможности обжаловать в судебном порядке результатов избирательной кампании.